А я в Дубае. А мы будем пить пиво. Наверное, это мой рай. Никто не навали, не наливая. То есть мне в Аселе. Чегудин. Вечером за столом зрано достал. Все, тебе сегодня хана ночью будет. О, все. Погнали. Чего у нас? Бум. Мы сама. Да. Приходите ко мне, я вас еще и не такому. Есть что поносить? Почему? Погнали. Есть, конечно. Ой, я снимаю. День добрый. Где вы были? Я снял только. Чи можна там дом повеселить? Причому то єдно з такими людьми скарпетками. О, це наробив, па? Яке латне скарпет! Признавайтесь, хто буде сьогодні самий п'яний? Точно не я. Аурелія. Он. Томка. Що Томка? Все ладно, погнали. Это видео. Молодая. С веером. Все готово. А у молодой? Голый еще. Молодой. Я собираю информацию, кто сегодня будет самый пьяный. Как, ваше мнение? Он? 100%. Или он? Так я. Или он? Наш стол. Девчонка сидит, помогала стол накрывать, будет воспитывать детей. Там тоже помогали стол накрывать. И бинчики. Что? Барбер ебаный. Вот так вот, да. Носки все, короче, в Семёне. Нет, протирать не буду, трапку там. Что делаете? Шлифуем. Полируем. Молодцы. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Выходите. У нас тут две камеры сегодня. Я в Дубае. Главная звезда. Самый злый ассистент сегодня. Правда. Аурелий Белегор. Вот сборище молодых. Будут пить шампана, а нам пиво не дают. Пацаны все выгнатые. На балкон. Заходите, пожалуйста. О, Эдик позаботился. Эй, ты департамент? Мне дали сегодня за это, за руль. А мы будем пить пиво! Че пиво? Мы едем в Максимум. Кончилось пиво, не успели до костела заехать. Как-нибудь разберемся. Все, я почистил камеру, теперь будем смотреть нас в HD. Короче, шлагбаум дал сбой. Спасибо. Наверное, это мой рай. Пиво нам надо, пиво. Да. Погнали. Что ты робишь? Пиво, пивко. Пиешь пивко. Подарите, чтобы он раскрутился в комнате. Райская, ну слушайте. Тут такие грустные, Ярик. Мистер Груз. Секретная съемка. Молодые. Секретная съемка. Все на готове. Пара комментариев. Как вам стрижку сделать в барбершопе? Не?
Если что, не спутайте нас, мы такие самые все. Будем пить пиво! Мы поняли, чипсы, мясо, девушка. Сегодня сколько у нас? 34 градуса. Станислава. Пашем? Пахарь. Видишь, сколько поля не заработано. Полей. Все, сколько времени? Все, мы опаздываем. Шмелю молодому ставит прослушку. Всего немного, не ругаться. Не говорить плохих слов. Будем смотреть, что получится. Никто не наваливает, не наливая. Ты ж мне васели. О, 20 граммулек зажали. Шампаном выпили. Суета! Суета! Ребята, что такие унылые? Горели все? Горячо? А мы еще шампаны не пьем, а? Так, Петр повел обожничье. Наши девушки тут, ассистенты. Так, вот. Так. Так, ну что, были в споведе? Нет. Да? Вы были, нет? Я был, раз в жизни точно был. Да? Когда грешили последний раз? Мы не грешим, мы хорошие. Ряд, он все врет. Когда грешили последний раз? О боже. Святые люди не грешат. Сегодня. Сегодня? Успели сегодня даже? Только что. Сколько времени должна длиться брачная ночь, как вы думаете? 30 секунд. 30 секунд? Да. Недооценивает меня. Как ты думаешь? А ты при чем? Так сказали минут. Кто тебя звал на брачную ночь? Так у нас будет или не будет? Не будет или не будет? Не будет? Кольцо есть? Подожди, кольцо есть? Нет. Ну есть, но не тут. Правильно сказал. Подай, будет 30 секунд. Дизель лапишь. Так, Сван, или часу мусить быть брачна ночь? Блакай благости. Че гудзин. Вечером за сумму зрана достал. Как удочку. Я типа уснул, да, типа? Сколько время брачная ночь должна длиться, как вы думаете? Долго. Некоторым нравится. В минутах, если. В минутах. Не сосчитать. По мне так не сосчитать. Не, каких? 40. 40. О, да, золотой мидима. 40. Aš tai nesakysiu, ateis mano berniukas pasakys. Gerai. Jisai pasakys. Čia sekundėmis tiesiog nenori sakyti. O kur berniukas? Молодой, сколько время брачная ночь должна идти, как ты думаешь, по времени? Она не должна заканчиваться. Но по минутах, если сколько? Это уже секретная информация. Кстати, нет. Не, ну мы даже не ваша, а вот так, как ты думаешь, статистически. Это надо же статистику читать в Дельфи. Сколько из трех мест первой ногти в туре будет, может, минутами? Не знаю, минутами стригал. Ща минуту. Gedrė kaip reaguojate? Taigi ne mano vestuvės. Tavo berna klausinėjai. Ne, aš kur nežinau, iki vestuvių gi negalima? Ai, jau. Čia gi nuodėmė? Tyliau, kol kunigas nežinau. Bože, 20 minutų? 40 minutų. 40. Хорошо. Видишь, мужчины всегда прикрашивают, а женщины всегда... Серединки выйдет 30. Да. Так, нету, Грета, на тебя давления со стороны, чтобы ты замуж выходила? Нет, это у меня давление на Радека, чтобы он женился на мне. Да, Радек, это правда, что ты испытываешь давление, чтобы выходить замуж? Ой, жениться. Ты своим сам хотел? Я думал, это погода, это нет. Ты сам хотел, да? Да, конечно. Как ты думаешь, Радек сам хотел жениться или его заставили? Сам. Сам? Все, да, ни пуха, ни пера он тогда. Черт! Я потом все говорить буду, да? Нормально. Сейчас бы дождик полил бы пока в костеле. А что там, вам говорить же буду, повторять будете? Да, или мало ли что. Имена не перепутать там, и громко говорите только. Под себя и все. Что не обещаешь, говоришь, не обещаю. Типа, обещаю быть верным. Говоришь, не обещаю быть верным. А там, ну. Не слушай.
не слушай. Бать, пальцы, смотрите главное в глаза. Да, не старайся в глаза, не мне, а друг другу. Не к Сензу. Если я буду плакать. Это отлично, до кадра очень хорошо. Типа, ее три ноток, это все такое. А чего? А почему люди не заходят? В гости вы заходите, потому что вы уже там встречать должны, да? Тут есть там так, Люс. Все, свинцовые маски одеваете, кто ма? Нет, ты какой свинцовый можно в постели? Я уже. Клетки в шкры. Я уже сам переживать начал. Все? Все, пути назад. Все? Еще не могу, дороги с поворотом для них. И шамай? Шамай. Вообще деньги могут съехать. Окей. Вот, и уж маски, то без маски. Баня уже все помолчи. В труце и ты. И в шестый свет. Ну, будет дождик. Мы не знаем, мы несем столик этот им белым накрыть, да? А вы выстроите молодежь на цветы и рис, хорошо? Стасик грозы боится, и он убегает в машину прятаться. Грозы боюсь я. Все, просили дождя. Самое быстрое поздравление свадебное. Самое быстрое свадебное поздравление. Даже бутербродов кушать не буду. Самого главного поздравителя снимите. Да. Да, поздравляю, всего самого хорошего. Много жизни. Да. Много детей. Жену, главное, не бей. Идем до гелика входим. Да? Да, да, да. Там. Ну, кайф головой, сулис и усу сумуштение с лету, сорня. Раз головой, как солит. Так, подождите, пошла брать? О, еще это сейчас. Это очень близко, короче. Подождите! Это вам. Сильные молнии, короче, разряд идет магнитный, и аппаратура сгорает. Серьезно? Проверено. А? Серьезно? Я тебе говорю, это каково? От магнитного поля. Физик. О, матко боска. О, матко боска. О. Все? После мячи гули, катализатор после. Жудрогов и Зертов. До Тарнелия. Нормально, сам себя обстрелял. Самострел. Стасик, давайте играться, кушай. Подожди, надо... Другая, не так, свадьба в самом разгаре. Ну что? Она гонит пиздец. Все, тебе сегодня хана ночью будет. Так, что тут происходит у нас? Может, все тяжело. Ситуация подсветить. Приходится все делать на месте. Половина чего. Полшишечки. Это любовь настоящая. Сегодня будем ловить букет. Можно не ловить? Если даже вам можете. А кольцо ты взял по Сиперчиму? Не забыл? Да. Али его одел сегодня мой друг. А, одолжил другу? Покажите, что палец. Подними ноги, ассистент, сейчас тогда как будто на ноги. О, видишь? Главное, молодые. Да, молодые. Молодые, ну все, так возле фортепиано первое место. Ой, меня,
Ну все, посидела, дай мне посидеть сейчас. Разведу в кресло, хорошо. По очереди. А где твой ассистент? Какой? Где твой ассистент? Так же ходила с ассистентом, уже нету? Не знаю. Или вот этот в очках твой ассистент? Нет. О, уже снимаем. Давай, то Туперма. Ну ты уже должен класс. Первый вопрос. Как сегодня литру шампана жгели? Galbūt vieną. Reikia teisingai sakyti. Vieną. Vieną litrą? Meluoja. Kaip Aura jūs vakar pasidėjot? Įsigrėt ar ne? Aura tai galvoja. Tiesą reikia pasakyti. Taip, sakyti. Maladės. Čia tiesa atrasa. Taip, pas ką gražiausia šukosina šiandien? Pas Giedrė. Pas Giedrė, konečno. Pas Aurelija gražiausia ir geriausia šiandien. Надо говорить. Я сказал пас меня. Но. Тогда же так не Давай заново. Давай заново. Давай. Тоска грожался шукой на шанин. Пас меня. Молодец. Кто не видел, кто тиктоки снимает, вот этот человек, кто снимает тиктоки. У него все тиктоки про гелик. Нам с тобой на баре Я Федерико Феллене Дайте острые Зажигалочка, да? Словно кукла Барби на рутине Хочу главную роль в картине Скажи, ты в кадре, но Ой-ой-ой-ой Ха! Тас? Ня! У нас все ровно. А где? Бабця дала нам пиздюлей. А зря, а зря. А могли. Манка боска надулась, пошла. Самая красивая. Девушка. Мешочек для говна. Самая красивая девушка 2 балла. Скажите, я знаю, пол. Люблю вас очень сильно. Она вас. У нас очень слишком много будет на этой камере. Хорошо. Не надо было мне давать ее. Смотрите на мой язык. Фу, теперь на мой глаз. Красивый какой человек. Больше не будем брать у него интервью. Вот я мотай совя. О, погнал. Диджей. Жена голодная. Давай, для жены. Все для себя. Вот это настоящий муж, настоящая любовь. Забыл. Оба! И настоящая буська была. И любимая, да. Кушай батоны, будешь таким. Белый снабал. Ну что, сейчас поедем мы на праздник. Кто тут нас здесь кормит? Что тут Натали? Натали. Натали. Дамы и господа, еще раз познакомимся с вами очень забавного гостя, нашим братьям молодым. Видамы. Звучить увагу, я ще раз поновки на нашому пінкному молодому Грета. Що ви бачите, порвався у краски наша смішна молода. Грета, ну стай, покажи всім браво нашій молодій! І разом з Гретом організатор Тенелевен Радек, що ви бачите, пан молодий! Нова сая, видимо, так. То музиканта тут і стоїть його. І тут є місце для музиканта. А де нормально? Кубок. Тут є ще одне місце для музиканта. Чи для кого? Тут є ще покої. А тут є опять виход у сад. Тут є вулиця. Ну а що ж можна собі лишити? Там видається костик. Типа лазня.
на другий день. Пляжик. Саля з улицы. Назвы еще не написано. Вот. И там еще есть такая палатка. С горы стояночка на машине. Ну вот. Идет пятый день свадьбы. Так, тут у нас девушки. Привет. О, молодой. Привет. Как, не надоело быть мужем? Нормально. Нормально? Стабильность. Свыкся, да? Да, привык уже. Отлично. Нормально. Так, тут еще не женатый, не знаю, что такое. Олег, когда ты для зрителей повешь, ты женишься? Суббота. Кто же? А, ну никто не был прорад. Да так, ну. Ну, до 20-30. Что за 30? Сезона. Можем на твоем веселье мы брать удел? Так, чи... так в тим року. В тим року? Ой, то дуже круто. Ну. То поздравим. Всі бачу, як там всі, але от не видел Даніля, да? Даня покажу. Ні, я ж так знав, що бекстейджі. Все, я, мені нема цього мовити, я поженився. Іще там дітей тих є, не вімілі на. Ілі? Я не вімілі. Я отак приїду, не вімілі бензіш. Виїхав ще. Виїхав ще було. Але весело, ні? Як сезон? Працювати козашинася? Ілі, я ще ляд бачиш на веселі. Ну от, вирослення заміна і все. Ти п'ять? Як тен. Як Ян Пашковський, так? Ну. Все, сина випущує і тебе поїм. Давай. Так що, пасть по гості. Доброго вам вечора. У Олега на розхват. Да. На розхват. Як ви думаєте, стоїть вже замуж виходити? Вот вы еще замуж стоит. Если отмотать назад пленку, вы бы выходили замуж еще раз за этого человека? Да. За этого, да. За другого нет. Ну, не знаю. А так стоит выходить замуж, да? Ну, веселее как-то так. Но если, как сказать, можно было бы и одному. А вы бы женились, если бы сейчас вам 20 лет стало? Это вопрос, конечно, интересный. Ты как побежал бы, так и побежал в поле, вообще не видел. Не, не, не. Женился бы, да? Конечно. Потому что, ну, семья есть семья. Семья а один, как волк. Ну, это... В поле не воин, как значит, больше стоит жениться, чем не стоит. Стоит, конечно. Ясно, спасибо. Ага. Стоит ли замуж выходить? Конечно. Ну, конечно, стоит. Ну, как без этого? Вот, если бы вас вернули бы в прошлое, сейчас вам 20 лет, вы бы сейчас замуж выходили бы? Ну, выходили бы. Ну, как без этого? Ну, что вы? Хорошо, спасибо. Как вы говорите? А реки вестер? Гал? Ну вот я у нижмоня жрец, вот ты крялся. Юсу бала сайту уж вести, ар прыш? Ар палаукты там кашкак нету? Гал? Не, сарбяуся вискас, как сакить... Саво лайко? Лайкас породис, не? Не, аш ё кау, айшку верта, верта, бе абио. Герай, аш ё, бе абио. Аш ё апкласа дару. Здрасте. Вы замужем, да? Я замужем, да. Смотри, вопрос для будущего поколения. Стоит ли замуж выходить? Ой, или как? Можно одной прожить? Может, есть счастливые пары, но можно одной прожить. Можно? Тем более в современное время. Сегодня стало бы 20 лет, вы бы замуж выходили бы? Я бы. Чтобы было сейчас 20 лет. Вот сейчас вам 20 лет становится. Ну, чтобы я. А, сейчас мне становится 20 лет, но я бы вышла замуж 30 лет, когда я бы имела уже образование, могла сама себя обеспечить. А во сколько вы вышли замуж? Я вышла замуж. Ну, на те времена муж с мужем сейчас прожили 40 лет. Угу. Но а вам в то время 21 было. Но это было в советские времена. В то время были все выходили. Угу. 21-25 уже считалось. Это уже старая дева. Понятно. Но мужчины приходили с армии и женились. А сейчас уже другое время, и мы уже по-другому молодежь к этому относится. Стоит жениться ли, скажите, для молодого поколения? Конечно, стоит. Как иначе? Если вам было 20 лет, вы бы сейчас женились? 100%. За это же женщина? Конечно. Ну вот. Вы прожили уже 41 год. Больше, чем живет себе женщина. Корнелил бы нори посакит, лобой сальби. Не нори посакит, посакит. Мама покласил. Стоит ли выходить замуж, как вы думаете? Стоит. Вы вам радуетесь, что замуж вышли? Ну да, смотрите, девочки, может, радуемся не только замужем, мы радуемся своими детьми, последствиям замужа радуемся. Для молодого поколения что можно посоветовать? Замуж выходить быстрее, медленнее или вообще не выходить? Знаете, я вышла замуж в 30. Я правда всем советую выходить раньше. Раньше? Да. Только
что женщина говорила, выше 20, советую позже. Значит, 25, наверное, надо. 3, это, ну, да. Раньше, да? Но да. Вы раньше не встретили ведь мужа? Встретила в 25. А, пенки с метод другого, да? Да. Ну вот. Так не что... посипирша, кщава? Нет. Ты пеуще, я как-то... Тут глем он чуешься, сука. Три смяты, как я кщава. Ее мама говорила, как вирус не посипирша... Не, как аж не норю. Ir klausė manęs. Buvo taip. Tai kame reikalas? Mes gyvenam ir labai patogu gyvenam, viskas gerai, klausimų nėra. Ir man klausė, mama sako, o kodėl jūs nesiženėt? Sakau, rimtai, nežinau kodėl. Važiavykimės. Ir va taip pat. Nu va, ir va jūsų rezultatas. Taip. Patricija, o tu pasakai... Kiek metų skirtumas? Trys. Trys metais? Patricija, o tu kaip manai, ar verta tekėti? Tu pasakyk. Aš kadangi kaip ir ilgos meilės neturėjau, aš nuomonės turiu, nežinau, galbūt ir verta tikėti, bet aš esu gal labiau už tos ne, nes tu kaip esi vienas žmogus, tu gali visi keliauti, tu gali, pavyzdžiui, pasiimti savo geriausią draugą ir, pavyzdžiui, kažkur keliauti, su partneriu tai tiesiog gal... Trukdai jūs gyventi. Nu, šiek tiek jo. Kiek metų galvoji ištikėti, kai tu turėsi, kiek tu metų galvoji? Nu, gal... 28 metų maždaug kažkiek, nu, 27, 28. Gerai, maždaug. Ačiū. Kurnelį, o tu klausyk. Pabandom atspėti, kiek tu atspėti. Metų turėsi, kai tu, tavo vestuvės bus? Gal 29, 28. Tokia irgi tokia didelė. O ar manai, ar kaip manai, ar verta tekėti, ar geriau vienai gyventi? Verta tekėti. Ką? Gal verta tekėti, nes jeigu kažkoks vienas dalykas atitiks. Tai gali išsikalbėti, pavyzdžiui, partneriai. Išsikalbėti galima. Nu, va, nušaunu, įdomu. Va. Ačiū labai. Žinėti, быстрый вопрос. Стоит ли жениться? Ну, иногда да. Иногда да. Подженивать. Подженивать, понятно. Короткий вопрос. Стоит ли выходить замуж? Конечно. Не жалейте, что пойдете замуж? Нет. Сколько лет надо жениться оптимально? Замуж выходить? 28. 28. Спасибо. Стоит ли... А, ну я остался с вами. А велим мубила. Закрыть ваш. Давайте головой. Давай. Во, какая молодая. Во. Какая, поняли, красивая. Слышь, ты что такая дерзкая? Как получилось? Нормально. Все, удачи вам. Чтобы выходить замуж, так же, кстати. А то вас не пытались? Я вас не пытаюсь, пытаюсь у мамы. Я солидарна с мамой, чтобы замуж выходить. Чтобы, так? Так, за добрый год мы шли. Не жилую же вышла замуж? Нет, я еще раз вышла. Еще раз вышла. Так, за другой. За кого? А ты не жилую же поженился? Нет. Часами. Часами мы не, ну там бывают такие моменты жизни. Да? Это погладит, все проходит. Здесь я кахально воселяш, мысли, что ты распроваживаешь. Вона моя бабушка запомняла, но мне чего 50 км назад вратиться. Але я поехал панораму нову купил. Решили проблему. А так у нас проблема. Ну, если так и проблема, то еще поживете. Только так. А вы как? За еще? Или стаж у вас? 7. Ну да, у вас 7 лет стаж, значит вы видите, как и другой стимус тебе спеши брашь на ночь.
Минут, 100 минут. 7 минут, все, хватит. 7 минут. Так быстро. Хорошо? Да, ну что там? Сейчас время дорогое. Да. У тебя слишком мало стажа отвечать на такие вопросы. Сколько минут должна длиться? Самое лучшее в жизни не спеши. Хватает. Хорошо. Как вы думаете, сколько должна длиться первая брачная ночь? Ну, 10 минут. Ведь с мужем спим вместе. Дальше отдыхаем. Да, дальше отдыхаем. Иду покурю на балкон. Сколько, как вы думаете, должна длиться БМ? Ничего, я думаю, по-разному, в зависимости от состояния. Ну, мы стреляем статистически. Что мне ответили? 7 минут. Не 7, это мало. 15. Нифига 15, ну такое. Аж муж удивился, откуда такие числа у вас. Хорошие числа. Я уже возьму 12. Муж просто не обращает внимания на время. Я не достигаю времени, да? В общем, да. Это Ведуркис, да. Полчаса плюс одна минута. Привет. О, здорово. Полчаса плюс одна минута, получается 15, Ведуркис. Вы у нас женаты или не женаты? Еще не. 48 дней будем. Вот. Как вы думаете, какой длины должна быть первая брачная ночь по минутах, если считать? По минутах? Час. Час, 60 минут, значит. Да, 60 полтора минут. Полтора где-то. Полтора. Два. 90-120 минут. Да, где-то вот так. Хорошо, спасибо. Припрашиваем одно питание. Як і довгості мусить бути перша брачна ніч в минутах? Ну, так, на скидку. Не, ну на скидку не теж ваша, а так вот середньостатистическая. Ну, бурна. А сколько в минутах это вот? 3, 5, 10, 27. Ну, минут 20, как минимум. Ну, что ж это 5-7? Спасибо. Вопрос. Какой длины должна быть брачная ночь в минутах? Сколько времени? Как повезет. Ну, сколько, типа, там, минимально? Угощает нас. 5, 10. Хорошо. Ну, 5. 5 минут. Сколько у вас, каких минут, что ли, друг, ты первой ногти со мной? Минутами. Вчера лаби тривялус клаусимас. Валанда. О, рімта звіра, си ж карту мати себе. Хорошо. Можна один вопрос задати вам на камеру ще? Какой длины должна быть первая брачная ночь в минутах? Вот скажите вы, как вы думаете? Какие минуты? Ну сколько? Часов? Ну, о, ночь. Цифру скажите просто. 3 минимум. 3 минуты? 3 часа! 15 минут, да? Хорошо. 3 часа и 15 минут. Почему у меня завис процессор? Дайте мне рестарт. Хорошо, пока подумайте. Как вы думаете, сколько минут? Мое любимое число 5. 5 минут. Хорошо. Сколько, как вы думаете? Мне пятерка по жизни. Если девчина гарна и ночь полярна. Ну давайте 30. Хорошо, спасибо. Сколько должна длиться первая брачная ночь в минутах? Как вы думаете? Полтора часа, лови. Полтора часа. Полтора часа, хорошо. Не, мы просто делаем вопрос и потом выведем бедурки с какой. Ты уже задавал вопрос, а тебе как? Как вы думаете? А сколько? Как в молодости можно подряд такого? Не, ну сколько первый раньше? В минутах просто. Не засекал. Ты говоришь. Ну, говори сколько. Сколько? 10, 20, 30. Минута. 10. Сколько? Ну, полчаса мне навряд ли. Марина, ты говоришь, сколько я вытрываю? Да. Не помню. А как вы думаете, сколько минут? 10. Хорошо, спасибо. Должна быть брачная ночь у молодых. Какой длины брачная ночь? Да, в минутах. О, боже. О, смотри, зять, слушай, не могу говорить. Уши обвянули. Ну, уже слушай. То я тебе могу сказать так, еще раз, еще раз и еще раз, пока не рассветет. Вот. Нормально? Да, а в минутах сколько это? В минутах это так не посчитаешь. Очень много. Много, хорошо. Я думаю, часа два не меньше. Пора жениться ходить? А мы спрашиваем, стоит ли выходить замуж?
Слушай, я тебе скажу так. Скажи, это не мне, это... Если не козел, стоит. Если козел, не стоит. Как? А тогда второй вопрос. А там рога сразу видны. А как ты знаешь? Я тебе говорю, рога сразу видно. Все, понятно. Да. Поняли, молодежь? Поняли? Мы тоже честно отвечали. Ну вот. Да. Это сколько? 5, 10, 20, 30 минут. Мало, мало. Ну просто любое число, какое вот в голову входит. Правда, уже не так. Ну минут хотя бы 90. Вот, 90 минут, видите? Поднимаете статистику общую. Хорошо, спасибо. Для официального. Антон Лаврентьев, лучший фокусник. В Литве. Все-таки. Хорошо. Держите эти два повыше, пожалуйста. Итак, я сам говорил, что я бы взял другой конверт. Грета не поддалась на манипуляции, даже не дала ставить... На ночь нам еще принесли добавочки. Свату принесли? Свату дайте, пожалуйста, тоже. Треслются. Лонж либо лонжил? Олег, ты что, свата порция съедешь? Меня. Минута, ровно минута, да? Оля, Оля, доедаем, минута. Да. А что, у Дани тоже нету? Он пока не понял. А, нет. Есть мне. Как вкусно? Неплохо. 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 Окей. Олег, неплохо? Стасик еще не держит только. Если бы не снимал, я бы сказал, как на самом деле, насколько вкусно. Так. Антон готов рассказать историю. Прямой эфир. Да, рассказал бы нормальную историю там. Отлично. Ну я же не могу снимать, надо кушать. А то сейчас Олег как выбежит в зал, когда счет конкурса объявляет, так уже и 2 часа будет. Не подарки, а часть своей свадьбы. Какая сейчас? Четвертая часть свадьбы идет, не спутай. Пятая. Свой номер, да? Мысленно, но пальцем не нажимай, мысленно так по одной кнопке. Обязательно. Бам, 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 бам. Смотри. Что, тот номер? Да, как да. Так? Я не знал никогда номер, да? Имени не знал, да? Нет, палак. Что-то тут происходит у тебя? В руке? Покажи. Посмотри, что-то происходит? Как так? Да, вот визитка, это мой номер, да, сравни с визиткой. Не-не-не-не-не-не-не-не, минута. А тут... Разные номера. То это она мой звонит. Нет, вот мой номер, да? Это мобила моя, да, вот ее мобила. Только, Даниэль, будешь загружать, не надо, потом все звонить начнут на эти номера, нежелательно. Так у меня твой номер. На всякий случай. Давай я попробую. Дамы и господа, лучшая съемочная компания Z Pictures. Под ваши укляски прощайся с нами. Так, все, до свидания. Нам последний кадр надо сделать. Все, свадьба была очень крутая. Все очень веселая компания. Всем пока. До свидания.